Так, сегодня у нас посещение... Подожди, там не постелено. Ветеринара. Будем делать прививку Деррику. В одном флаконе, поэтому будет два флакона рабиес, бешенство, это же Nobivak и лептоспироз, тоже свежей сургодности, это же Nobivak. То есть будет только три наклейки, потому что у меня РЛ в одном нет. Да ради бога. То есть два укольчика. Не все равно. Не, он Отлично. Такие слизистые розовые. Молодец, умничка. Вкусняшку взяли, пошли мне. Перебьется. Давно. Голову крепенько сидит. Нормально он стоять. Какой головы будет стоять? Компактненький, квадратненький. Мы ходим с ним 5 километров каждый год. Обалдеть. Ну это хорошо, это вас удлинило. Я знаю. Иногда и мы. Он мне показывал это. Но его никто не спрашивает. Что плести? Что он вам улыбается? 38,3. Все нормально. Чумничка, ты молодец, ты лучший. Да. Значит, смотрите, я сейчас делаю прививку нормальному переносику, но под супрастином. Под супрастином. Под супрастином. Обязательно. Да, он аллергик. Поэтому мы не рискуем, мы под супрастином. И Тимур, пожалуйста. В течение минут 10-15 далеко не уезжаем. Хорошо? Хорошо. Отошел. Ну, мало ли аллергия вдруг раньше. То есть нам тут пошляться рядышком, да? Ну, или на эту купу выйти, или, не знаю, или здесь погулять, или не ходить. Так он может убрыть и... Ну, да, если что, дексаметазон придется вводить, может быть. Нет, я бы сказала, после прививки нельзя, дексаметазон уже на супрессор, где мы уложим. А, ну, или так. Чему же шлетка такая? Шлетка мамина собака, любимая. Так, сегодня грустно печально делала. Очень сомневаюсь. Никогда не вкусный, не печальный и не вялый. Конь! Килограмм 35. Он 50 лет. Так, давайте пока я готова до вакцины грею, и пластин пойдет первым. Ну что? Боль. Сюда, да? Да, вот. Потом встает. Да. Так там были бы хорошие. Ну, он же держит в плане эмоционально. Ну, это да. Вчера питбуль очень резала. Сейчас же закон Украины хотят подписать 10-я статья за интернет и уголовное наказание. А, ну, уже сколько же вообще не живут. Да, такой. Первый ушей, хвостов, трибуны. А что вы подписали? По прививке. Вы фактически оставляете шишку. Шишка рассасывается ли за один день или за месяц. То есть, если вы слышите пальпаторно какое-то уплотнение, ничего с ним не делаем. Не разминаем, не обращаемся. Я делаю подкожно. То есть, если уплотнение будет, самое главное не давать чесать. 15-20 будет раздражать, может почесать. Ничего страшного в этом нет.
сегодня утром печальный, завтра веселый. 10 дней не купать, не мочить, сырого мяса сырой кости 2 дня не даем и 2 дня долго не гуляем. Сегодня и завтра щадишь лежа. Это тоже важно. Все, я готова. Два укола, два вздыха маленько. А почему долго не гуляем? Стоять? Потому что прививки, нагрузка физическая, эмоциональная. Голову обнимаем крепко к себе. Голову носит. Не отпускаем еще. Молодец, умница. Хорошо. Хорошо. Молодец. Молодец. Молодец, умница. Все? Отлично, молодец. Ты умница, ты лучший. Ты лучший, ты молодец, да? Ты молодец. Да, да, отлично, у нас грамота какая-то. Уже мы повязали, да, повязали в этом году, когда вот 29 сентября. У нас уже вот дети будут скоро на неделе беременности. Да, то есть у нас будут скоро щенки. С Мариуполя к нам приезжали. А у вас где, с Мариуполя? Да, да, да. Он там тоже известен. Ничего себе. Нет, ну он просто аж считается вроде как по внешности такой приятный молодой человек. Это отчет на бешенство. В госклинику мы относим ежемесячно. Спасибо. Я вся в слюнях. А что ты подлизываешься? Я вся в слюнях. Что? Я вся в твоих слюнях. Да. Не давайте чесать. Нельзя. Нельзя чесаться. Нельзя, зая. А почешите. Ты можете ему почесать, погладить. Давай. Давай, вот так вот. Да, моя ласточка, давай. Да, моя ласточка. Да, моя хорошая такая. Да, зайчик маленький. Мамин зайчик, мой хороший ты такой. Мой золотой ты такой.